Ты растяпа. Ты дал кому-то еще один умный меч? Нет, не отдал. Ко мне кто-то прилетел? Вы это, предупреждаете, что ли? Да. А хотя ладно, я ее убью. Мы играем в ДНД 3.5. Ладно. Руководством Dungeon Master Витаны. Блин. Где там полу... Зараза. Полуогр. А если с его идюсь? Файтер. Давно уже играете? Если вы идюсь. Ну, прилично. Я так хотела за кораблем, а придется... Придется драться. Ладно. Ну, апкип, да? Угу. Ну и как? В сравнении с Эллом, с тем же. В черных вратах улика. Я сейчас еще, помимо этих двух, играю, еще где-то. В черных вратах улика и сундук. Приближается дата, когда я закончу этот изврат по 5 партий в неделю. Угу. Вот. Но... Ну, что мне делать с этой бьянкой? Драться? Будем надеяться. Будем драться. Ёлки-палки. Ну, в общем, я либо в больничку, либо убью бьянку. Ты про чувака почитай? Этого хранителя нашего. А что с хранителем? Ну, типа, апкип. А, так я уже. Да. Улика, вот здесь ага. Появилась улика и сундучок. Так, что еще? Блин, вот не вовремя. Прощай. Тогда скорее в больничку, чем... Чем куда-нибудь. Ну да ладно. Так. Что у меня вообще за ребята? Вампир. Ну, в апкипе можно было пытаться за это сам. За как это. За эвейдиться в апкипе. Ну, поднять стелс себе. Ну я поднялся стелс. Думаю, что мне. А может это против вампира? Попробуй с ним подраться, может быть. Нам осталось всего лишь раз, два, три. А нет, не подерусь, увы я. Пять врат, это долго. И мы умрем. Ну ладно. Ну что, чё мы ждём? В правилах такой простой игры, как Манчкин, написано, что Манчкин не должен стремиться к смерти. Стремиться нет, но умирать иногда выгодно. Но не имеешь права. А мы сейчас, кстати, по два монстра из врат вызывали, да? А, так мы по сложному варианту играем. Нас же четверо, мы по одному должны были. Я знаю. Но я решил молчать, я сразу спросил, как играем. Вы сказали так и требовали... Ну мы сказали по-простому, да. По-простому. И каждый раз требовали у меня по два монстра. Ну я забыла, я не привыкла. Я на первом ходу это помнила, поэтому достала только одного и вот этого дополнительного. А дальше вы у меня требовали по два монстра, по два монстра, по два монстра. Не, на самом деле мы требовали просто монстров. И на наплыв вы у меня требовали четыре. Не, на наплыв все правильно. Наплыв по количеству игроков. Ладно, мы все равно уже выиграли, какая разница. Так бы мы выиграли еще два раза, судя по всему. Ну так а что нам, если мы сейчас... Сколько у нас врат на руках? У меня двое врат. У меня двое. А сколько открыто? Одни. Но у них никого нет. Да это не сложно. Ну пока это не сложно, откроется еще двое, я думаю. Если я туда войду каким-нибудь чудом. Не, опять же, да, если ты туда войдешь и. Хотя ты сейчас дерешься, да? Если ты туда скорее не пойдешь. А, если ты прячешься, то ты можешь войти. Правда, тебе мало от кого прятаться, конечно. Да Димон не спрячешься. А у нас апкип закончился? Что мы обсуждаем? Да. А у него есть улики. Ура! Господь! Ну, у меня закончился, я блэс потеряла. Че уже, все? Прятаться в апкипе надо? Улики просралась, блэс потеряла. Прятаться от них в апкипе, чтобы потом... Нет. А, тогда... Нет, еще на движение. Откуда прятаться, господи? Ну что? Отвратительно. Страшный, потому что нет блэса. Ну, у меня три кубика, чтобы его убить. Не, ну я скорее всего... Будешь того монстра? Кстати, я его убила. Надо же. Уходить. Он толстый. Монстр это не мое вот при таком раскладе. Может быть, я правда книжку прочитаю, у меня появятся какие-то более серьезные заклинания. И тогда я пойду в Азилиум. Вообще я бы. А покажи. Я бы с ним сразился. Ну я так и сделаю тогда.
Ну, я в лучшем случае, у меня будет 2 кубика на вил. Вил я, скорее всего, провалю и буду потерян во времени и пространстве. А если у меня будет 2 кубика на вил? А почему ты будешь потерян? А, потому что там это. Угу. Я справлюсь. А, ну ладно. Ты смел. No. Блин, от него прятаться нельзя. Какой ужас. А что от него? А, он в засаде? Да, эмбуш. Упс. Че? Тоже не хватает блэса, да? Говно. Че, типа не спрятался? Типа да. А разве ты ходишь? Нет. Ты ходишь. А почему тогда ты бросаешь? Ким ходит же. Тороплюсь. Нервничай. Руки трясутся толку. Давай. Посмотрим, что у нас тут. Ну, у меня есть еще 2 улики. Если что. Хорошо. Даже считаю, у тебя 4 кубика. Да, 2. Так у него еще 4 улики. Все нормально. Ну вот видишь, не страшно оказывается совсем. За 4, 5, 3, 4, 7. 7. Кто мне слюней пожалел? Еще. Это я кинул 5, еще 2 кубика. Да? Эх. А у тебя есть улики? Да. Много улики? Да, давай. Не жалей. Кидай. Хотя можно было бы. Мне придется еще раз хоррор. Нет. Нет, хоррор нет. А так а что я тогда? Ну, в принципе, да. Боже мой. Не так же. Я толстая! Не так же страшно. Толстая китаянка. Бросай. Не сказал бы, что немного успешно. Прогресс какой-то странный. Ну, вдруг сейчас 2 успеха. Ооо! Коллекция выполнилась. Вот теперь можно пойти убить культиста. Да, все хорошо. Ну, тупо поржать. А что это? А, это ты мне? Да. Наручники предлагают. Скрипачка предлагает китаянке наручники. Миленько. Давай, ходи ведь. Что ж, а я пойду, наверное, 1, 2, 3 в магазин. Ну давай ты с ним подерешься. Ты убьешь его? Забавно. Там +0 на ужас и -3 всего лишь будет. Слушай, я пойду лучше потрачу деньги, пока они есть. Да ну, я хочу а пройти чё, сюда. А что, куда они потом денутся? Ну, а там, да, так ворота можно будет. Я пойду туда, останусь на улице, у меня не будет энкаунтера. Классная идея, идите в жопу. Так я тоже на улице, что ты волнуешься? Все ну, не знаю, зачем ты на улице. Потому что ко мне бьяха прилетела. Ну вот, ну, вот иди куда поэтому хочешь. Давайте все будем на улице. Да, чтобы они делились между всеми, они вот только ко мне прилетали. Нету врат открытых, да? Одни есть, вон, но там магазин. Червячок, который не дает пройти. Ну, не червячок, вот а... Да, он самый. Что с ним такое? От него прятаться амбуш просто нельзя. Он сидит в засаде и ждет всех. Надо просто прийти к нему, да? Голос. Да, прийти и бить. Хорошо. Хотя я не понимаю, я если буду... эмбуш, зачем там эвейт написан? А, чтобы уходить от него, что ли? Потому что у него есть такая штука, как, допустим, Mists of Relief, допустим. И? Ну я магия, то есть я сам спрятаться от него не могу, а магия. Да. Так а -2 там причем? Я вот про это. Это сложность моего Mists of Relief, сколько мне надо успехов на том, чтобы... Вот, теперь понятно. А я с вами иду в магазин магических вещей. Ай-яй-яй. У меня, я делаю вид, что у меня отключен телефон, за него плату. А, мой черед. Восславил Господа, чтобы он помог мне. От одного уклонился, ведь отдай мне улику. Что тебе дать? Я хочу уклониться от вампира, чтобы пройти мимо него. У него -3. А что ты дальше будешь делать? Пройду сюда и потом с ним подерусь. Или не подерусь, просто останусь и пойду потом сюда. Подравшись с ним, повысив себе бой. Я сейчас просто с ним драться не могу никак. Нет, так тебе же придется с ним драться. Если ты с то ним есть будет. Ты хочешь, чтобы я просто просрал улику, чтобы тебя ударил монстр, чтобы ты оказался в больнице? А, улику.
Ну и зря. Еще одна есть. Ну давай. И тоже зря. Ну, вампир меня убивает, я оказался в больнице. Который раз. Третий. Второй. Первый раз он все-таки попал в Абис, точнее второй. А-а-а. С пяти улик. Ну, не в первый раз в больнице. И замешаны серьезные комплексы. У меня энкаунтера нету, я на улице. Ким и тебя энкаунтер. Я не застарел тебе давать мне второй энкаунтер. Ну да, у меня же нету. Точно. Индепенденс. Сквер. Стоп, стоп, я извиняюсь. Эй, Кейт, and the monster appear. А вы волновались. Очаровательно. Селиано, Витя, монстр эпир. Мне с ним драться уже не надо, да? Да, потому что жаль. Ты Селиано. Селиано. Бах. Бах. Я прохожу контакт, лежу в больнице или нет? Видимо, нет. О, темная молодь. Почему лапочка? Он находится в больнице. А хотя он же без сознанки в больнице. Не знаю, как он... По-моему, он на это именно... На это он получает единичку. Да, вот, да, именно. То есть тебя приводят в себя. Какие энкаунтеры? Вам нельзя волноваться. Надеюсь, будет ходить кружочек. Вот бы кружочек пошел и свалил отсюда. Так терпите, какая разница. А еще кто-то шагот, блин. Да, теперь тебе уже все равно, не волнуйся. Какой успех, мы проигрываем. Ну ладно. Мы уже победили. Мы уже победили. Теперь мы так, тренируемся. Блин, как я хочу тут попасть на ту карту. Зачем нам вообще эта карта нужна? Может ее убрать. Для красоты. Чтобы рифт бегал, я поняла. Так, а мой, да? Мне надо три предмета. Я хочу выбрать из них что-нибудь достойное. Достойное. Хилинг стоун. Хилинг белт. О, вот это да, это хорошо. Зато я богат. У меня есть абисы, всякие врата. Тут, слушай, мне впервые так повезло, что столько хороших. А зачем вещей. Ты собираешь их? Ну, я хочу схватиться, обменяться на что-нибудь, на пару. Ну, просто все никак не дойти никуда не можешь. Опа, да. Я медленный, вот в чем дело. Так, все, вот это вот пошло. А, куда-то. Середину вниз. А если я приобрел Хилинг Стоун? Хилинг Стоун? Да. Ничего получше не было. Чувак, я его переворачиваю, восстанавливаю. Все? Единичку стамины или сэнити. В моей ситуации бомжевание это очень круто. Ну и ладно. Тут же бакса скоро так. Закончится. Миф, да? Плюсик и луна. Ух как ты, мне еще ничего не открылся, новый риф. О, вот теперь туда появился новый смысл идти. А нет, стоп, эзотерик, это не вообще... Нет, это не Зинсмута карта. Зинсмута карта нам вообще ничего не нужна. Просто какой-то шумик. Да. Вичхаус. Вичхаус. Не хочу врата, я хочу туда. Один монстр? Да. Это будет Краулин Ван. Значит, я точно не хочу у врата, судя по твоей акции. Physical resistance. Не-не-не. Before making combat check. Так, я. Брось кубик. И X это будет его, как бы, штраф к комбату. То есть, может быть и минус один, а может и минус шесть. А вот и появляется у нас новый рифт. Здравствуй, рифт. А, врата открылись. Да. Ты не забудь про босса, на него накидывай тоже всякие значки. А. Так, значит, улика в черной пещере. Дайте мне улику. Босс 8. Дай улику. Вот мы подошли к заветному числу. Улика. Так. Все врата, которые там открылись, накладывал. Какие? Не, вот. Да. Угу. В прошлом. Подожди. Они во время его контакта сейчас появились. Сейчас у меня было. Они на контакт открылись. Врата. Они накладываются? Не знаю. Ну, по-моему. Пожалуйста. Так, по-моему, просто. Да. 9. Интересно. В Истауне у нас ни одного монстра, да? Так бы они да, вернулись. Замечательно. 5 улик я получу. Ладно. Ой, у нас ходит 10, Витя, потому что у нас по белому ходит кружочек.
И сюда еще одного монстра, если у нас лимит не закончен. Посчитайте. У нас два, четыре, пять, шесть, семь. Уже лимит. Значит, это монстры на окраины, и окраины бубух. Так вы же говорили, что их там четыре. Четыре, не бубух. Да, еще не бубух. А, там теперь кто-то ушел, да? Монстры. Отлично. Там хорошо. Они все разнообразны. Так, теперь у нас ходят... Вы издеваетесь, блин! По белому или по черному? Где-то он и не улетает. По белому. А, он ушел, смотри, какой красавец. Понятно. А, квадратики и ромбики. Ой, ромбик, он уходит? По черному. Раз, два. Раз, и туда уходит два. А, все хорошо. Квадратики и ромбики. Все, квадратиков у нас тут нету. Квадратиков нет у нас, по-моему. Там нет квадратов. Идем? На крайне. Ой-ё. Не попаду я, короче. На крайних два треугольника есть. Не ждет меня белый корабль, а ждет меня больничка. Вижу я. Духи нашептали. Крадется кто-то. Да, так, ты первый игрок, у нас апкип. Что мне с этим делать? А может мне свыйдется от него? А? Так, да, я буду я и выйдется от него и валить. В момент. Иначе я труп вообще. Ну, может, не труп, конечно, но... Ага. Ну, я не хочу его бить, я хочу и выйдется. Я хочу белый корабль, все. Уезжай из города, это безопасно. Именно, все, я в Кингспорт. Тут у вас рифты, монстры, ну банк. Когда уходит третий рифт, просыпается древний или нет? Нет, ничего не происходит. Просто ходят три рифта по городу. Веселье. Да скоро появится босс, мы умрем. А там шестерка, кстати. Даже два раза скосновал. У вас. Апкип закончен? Нет, да. Да? Вроде. Сейфти закончили? Да. Ты ну ходишь? Вот кем ходит? Да. Я поднялся. Витя, ты куда идешь? Витя. Ой, а смотри, кто тут. Ай, Витя далеко, маленький, да. Он. Как бы ему особо-то и некуда идти-то. Ты можешь остаться на месте. Что там? Ты же любишь магазины? Я от него скрываюсь. Хорошо, тебе. Раз, два, три, четыре. Прихожу сюда. Снова скрываешься? Нет. Да. Снова скрываешься? Я говорю, монстр, монстр, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ты гонишь монстр? Ты валяй отсюда куда-нибудь? Вот сюда. О, какая хорошая компания. Клёво! А я просыпаюсь. Спасибо, девушка с виолончелью. Subjection. Subjection, да. И мисс оф рельеф. No sanity cost! No sanity cost. Хорошо. Так, какие тут дома, ёлки-палки? Это опять эти, а вот это что? А, это вот. Угу. Вот сюда и пойду. Как-то получилось, что моей шаромужнице не пришли боевые заклинания. Я в ту сторону. И погнали. Так, а, ты сначала, да? А, я проснулся. Ты проснулся. А я... Да. Ты двигаешься. Именно, я и говорю. В общем, низкий поклон девушке с виолончелью, и я со своим рубином рельефа. И за один бакс. Раз, девушка, два, какой низкий три. Поклон? Деньги давай, деньги, деньги. Блин, тут же теперь, тут от этого и выйдет. Куда ты хочешь попасть? Куда, куда? Сюда! Не стесняйтесь. Что там с ним вообще? Хотя... Он не очень сильный, сам по себе. Ну да, но... Это мне будет очень зависеть от того, как я скастую спел. На самом деле, конечно, можно его увольнуть. Ну ты вольни его. Будь сильный. Нет.
Тогда, да, тогда у меня не тот аптек, тогда я знаю, что мне надо. Ну, хорошо. Ладно. Сейчас посмотрим, боюсь или не боюсь. Ну, в принципе, мозгов у меня много, а я и не боюсь. И поехали. 7 кубиков на спелл. Ну, вот теперь я теряю 2 мозга за каст этого спелла. Отлично. 2 это плюс 4 файт, 4 плюс 4 и минус 3. 5 кубиков, из них надо 2 успеха. Ну, ну шансы есть. Подожди, сейчас посмотрю, насколько он меня... Он меня на единицу кусает, в принципе. Да, на... У меня всего 3 хита, но пока можно потерпеть. Что уж там? Я в мечтах о белом корабле всех порву. Вот. Все, я же сказала, всех порву. Белые корабли. Вот теперь еще и на кораблик. Я теперь еще и на кораблик насобирала, в смысле. Ну, кроме врат, у меня еще и монстр. Не только у меня контакт, видимо. Ну да, я торчу на улице, да. Где я? Где я? Я себе. А, женщина-хиппи, да. Она шаманка какого-то племени. Это они там поют про White Rabbit'ов. Наверное. Про дом твой. Про белые кораблики. White Rabbit in the Black Hole. Твой какой ужас, лучше вообще рядом сядете. Кого я там победила? Мамочки. Част. Я бы босса убил, если бы не тратил на вас улики. Тебя никто не заставлял. Ни одна сволочь не заставляет. Знаешь, как классно, вот так вот берешь 20 этих улик, да, собираешь, потом отдаешь их все на комбат-чек, бросаешь. И все успеешь. И у тебя скилл марсманшип. Можешь перебросить любое количество этих кубиков. И... Уф. Да, миленько. У тебя сейчас все равно немало улик. Будь счастлив. Если бы мне не пришлось сейчас спасать шаманку, у меня было еще больше улик в следующем ходу. Я бы сдвинул Doom Tracker, он бы стал девяточкой, я бы получил 5 улик. А как бы ты его сдвинул? Абуз. А-а-а, клёво. Так ты же можешь это сделать, нет? Или что там надо? Стоп, слушайте, я ведь... А нет, у меня не было 2 улик. Я на секунду, на минуту, на 2 минуты. У меня контакт. Фулл контакт с макибалом. Не-не-не, это вот. А эти? Синие или зеленые? Синие. Адра. Да? Great Hall of Sin. The sanity of this place finally hits you with one sanity. What sanity? What a sanity going on here? Ну, да, местечко какое-то. Хотя, чё ей тут не нравится, я не понимаю. Все как у них в Китае там. Все как у людей. Все нормально. Что? После Аркхема домой не хочется, что ли? Что? Нихило. А, у тебя... Я посетил сынок, все хорошо. Я уже сделал контакт. Типа, я же на улице. Ага, да. Первый делал контакт. Мих. Да. Оу. Ой, какая красота. Ходят все. Ворота никакие не открываются. Во-первых, монстр Сюрч. У нас есть ворота? Вот там появляются... А, ну, короче, 4 монстров. У нас 3 врат. И ходят все... Подожди, стоп. А почему 3 врат? 1, 2, 3. А, да. Треугольник. Ну, как-нибудь распределим. У нас все равно... 4 монстра? Да, монстр по количеству игроков. Ну, или врат, смотри, что больше. Больше у нас игроков обычно. И у нас раз, будет... 2, 3, 4, 5, 6. Один появляется где-то, а остальные уходят на окраину. И у нас окраины сбрасывают. Протошагота не надо. Еще один протошагот. Шагота просто тоже шагот. Не надо. Протошагот. Сервайвора азербогов. Что ж ты набрал-то? Ох, фаер-вампир, лапочка! Ой, какая прелесть! На! Всего лишь фаер-вампир. Так, хотя, стоп, подожди, один вопрос только. Да. Это падла... А, ко мне все равно сейчас и это падла прилетит, пусть уже и вампир летит.
Райан Дин. Чувак с одним вилом и с ником. Сосникался из Аркхема. Да. Так. Помудрствовал лукаво. Если первый игрок получает клютокен. Нормально. А первый игрок сейчас Кин. Он. И ходит все. Что самое неприятное. Ключая. Значит, по белому ходят, кружок ходит по черному. Значит, просто появляется монстр опять на окраину. Сюда. Да. Успех. Но монстр появляется на окраину. Так, луна ходит по белому, а она черная. На второй монстр точно? На окраину. Ну, мы же посчитали, у нас лимит же, да? Да. Все остальное. Так, квадратики у нас есть. Давайте по порядку. Квадратиков нет. Не вижу. Я не вижу. Квадратиков у нас нет. Хорошо. Ромбики. Четырехугольный ромбик. Ходит по белому. Раз. Луна ходит по белому. Я думал, я. А там раз. Еще один есть шанс, да. Кружочек. Да. Шестиугольник ходит, не ходит. Палочка летит ко мне, скотина. Звездочка то же самое. А нет, стоп, у кого меньше сник? Наверное, у меня. У меня второй сник. Ведь какой у тебя сник? Первый. Оу. Белые кораблики. Так. А кружочки там когда ходят? Кружочки ходят по черному. Здравствуйте. По черному. По черному. А, по черному. Браво! Брависсимо! Белиссимо! Магнифитиссимо! Так, все походило, да? Вроде да. Славненько! Я поплыла за белыми корабликами, видите, первый игрок. Апкип, улика появляется на кладбище, как символично. И сундучок тоже. Апкип, факинли. Я забыла, зачем мне кораблик, честно говоря. Наверное, он уже не актуален, но... Он просто, чтобы спасти твою задницу. Да. У него нет другой функции. Я просто могу сейчас уплыть в иной мир. И... ням-ням. И, в общем... И когда чужой вылезет, я не буду в этом участвовать. Ну, я просто хочу белый кораблик. В конце-то концов. Так, апкип. С другой стороны, интересно было бы энкаунтер взять какой-нибудь. Я говорю апкип. Да, ты говоришь апкип. Блэс у меня уже нет, у меня апкип закончен. Скорость, да. Скорость можно не подать. Бороться без смысла. Куда я хочу вообще-то? Мы соединимся к ней. Жаль, что нельзя, да? Что-то неправильно в этой игре организовано. Как только ты понимаешь, сыщики решают, кто будет сражаться на его стороне, а кто против. Это нормально. Ага, тут можно хилиться, но это не так интересно. За бакс можно хилить и то, и другое одновременно. Здесь можно продать комону или юник айтем. Прикольно. Самое прикольное, что можешь лечить тут и да, и то, и то. Но я все равно хочу кораблик, не знаю зачем. На самом деле, мне инкаунтеры, конечно, интересуют. Спасибо! Спасибо, друг! Так, ну, чисто теоретически... Ты их убьешь, да? Знаешь, я могу их даже попробовать убить, но это не тот вариант. Ой, ты ладно, ляжешь в больницу. Меня смущает вот этот чувак. Я не хочу с ним драться, надо только решить. Я от него могу скрыться, например. Но могу его попробовать поубивать за счет вот этих вот черных маленьких. Бесконечно. Угу. То есть я могу скастовать заклинание. Если 4. Мне повезет, у меня будет. Кораблик, конечно, интересно, уже не актуально будет. Хотя пойду за кораблик. Потому что на каунтер интересно посмотреть. Ну ладно, все равно пойду за корабликом. Но он мне интересен, потому что у него всего один тахнес, поэтому я с ним не буду драться. Есть более простые противники с более интересными характеристиками.